Шахрияр Аббасов, Азербайджан. Ну, Шахрияр, да, очень сильный боец, один из сильных в этом весе. Грубоват. То есть он так, у него очень огромная выносливость, огромная сила физическая, тоже хороший арсенал, но он такой довольно прямолинейный. А он на рассчитанный, знаете что, да? Он 2 минуты мою ногу поймать, болевой сделать. Если он не сделает, он сам знает, что он умрет. А я ему никакие, я сказал, шансы не дам. 83-900 вес. А он сам знает, что он не может меня выиграть. Вы понимаете? Такому спортсмену я в жизни не могу проиграть. Если проиграю, я не буду спортом заниматься. Уйду на пенсию. Приглашается его соперник. Руслан Хасанов, Легион, Ростов.